После того, как я столкнулся с этой травмой, я потерял очень близких мне людей. И я первое время очень переживал за это. Но пройдя годы, я понимаю, что это переживание было впустую. Тогда я понял, что это не конец света, это начало. Все вокруг ограничено, а у меня возможности не ограничены. Кисточка у нас у себя в руках, и мы можем нарисовать свою жизнь так, как мы хотим ее видеть. Это была моя мечта – прыгнуть с парашюта до травмы. Человек, который не умеет ходить, но он прыгает, плывет в облаках. Что может быть, что еще лучше этого? Я просто хочу летать.